Так, приветствую вас, друзья. С вами Александр. И давайте посмотрим, какие у нас новости у нас сегодня по глобусу. Вот. Это наша группа с моим партнером, одноклассником. Вот. Группа, участники здесь прибавляются, убавляются. Вот. Кто-то заходит, кто-то выходит. Вот. И я бы хотел рассказать вам о новости, о некоторых новостях. Вот, также здесь есть ссылочки, вот, если интересно, вы можете тоже их посмотреть. Вот, и давайте посмотрим, какая же у нас новость. Новость у нас появилась в глобусе, у нас аукцион, где вы можете покупать, да, пользователей, активных пользователей себе в команду. Вот, я эту функцию посмотрел, друзья. Функция достаточно интересная. Вот она, эта функция. Здесь вот команда, аукцион. И здесь вы выбираете себе партнеров, да, скажем. Вы смотрите на его баланс и когда последняя активность была у этого партнера и когда он зарегистрировался, 5 дней. Это те люди, которые зарегистрировались в Глобус без приглашения напрямую на сайт. Зарегистрировались. Вот. И здесь вы уже принимаете решение, покупать этого партнера себе в команду или нет. Вот. Деньги, которые здесь вот, за которые вы покупаете этого партнера, идут ему на баланс. Вот. Ну и также вы смотрите, насколько он активен. Да? Если у него вот такой баланс, то ну, как, можно предположить, да, что он действительно активный. Вот. Последняя активность у него была 3 часа назад. Вот. Последний раз он получил рекламу, да? Последний контакт у него был. И регистрация была 6 дней. Вот. Вот здесь я поставил свою заявку, да. Вот через 4 минуты мигает. Через 4 минуты заявка закроется, если ее не перебьют. И партнер уйдет ко мне в команду. Вот. И так дальше. Некоторые есть заявки по часу, по 2 часа, по 6 часов заявки. Вот. И также люди выставляют. Когда вы нажимаете выставить заявку, да, на аукционе, минимальная заявка выставляется 1 цент. Выполняется. Вот здесь видите 2.04. Я выставляю заявку на этого партнера. И здесь уже загорается 2.05. И пошло время. Когда вы ставите заявку, время увеличивается. Вот. И также может любой человек перебить мою заявку. Также он сейчас зайдет, посмотрит. Если ему этот человек приглянулся, скажем, партнер, то он может точно так же перебить мою заявку. И время увеличится. И моя заявка будет перебита. Вот. Также вы можете увеличить сумму, да, на которую здесь вот перебьется заявка. Да. Вот. Ну и все остальное. Ну, что могу сказать. С помощью этого аукциона я себе уже набрал партнеров. Я себе набрал партнеров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, где-то 11 партнеров я себе точно, наверное, набрал через этот сервис. И некоторые партнеры даже уже пришли с команды. Активно даже начали замолвать. Причем с активной команды. Вот этот партнер. Вот, он уже пригласил к себе 3 человек, да, подключил. Вот. Ну, и вот эти вот партнеры пока активные, да. Это очень хорошо, как бы. Вот. Ну, и что могу еще сказать. Это приложение максимально простая, максимально, как сказать, удобная, да, для меня, по крайней мере, чисто мое мнение. Вот оно, это приложение, да, вот здесь вот, если это поставил на компьютер. Вот, я пока поставил, показывает только уведомления, вот, а когда реклама приходится, у меня показывается здесь в углу уведомление, да, она меньше так меня отвлекает, и я уже принимаю решение, открывать его сейчас, эту рекламу, или отложить, потом посмотреть. Вот. Ну и на смартфоне у меня стоит эта программка тоже. Как бы я начинал строить команду, да, вы видите, то, что у меня здесь 104 человека, да. Начинал эту команду строить из своих знакомых, близких знакомых, да, подключил своих одноклассников, которые согласились и пользуются их, тоже не напрягает эта реклама, скажем. Вот. Ну, в основном они оплачивают интернет с этой рекламы, да, с этого дохода. Вот. Но не, самое главное то, что мы здесь ни за что не платим. Нам платит Глобус, да, нам платит за то, что мы смотрим эту рекламу, да, и
как бы пользуемся этим приложением, да, скажем так. Вот. Вы видите то, что у меня здесь 104, у второй линии партнеров 84 человека, 49, 24, ну и так далее. Вы видите то, что каждый день здесь активность есть за вчера, за сегодня. Вот, эта активность меняется, когда больше, когда меньше. Вот, это уже зависит от вашей команды, да. Вот, также могу вам показать, может вы не знаете информацию, да, маркетинг-план вы можете посмотреть, читать, да. И подставить свои значения, да, скажем так. И посмотреть потенциал своего дохода. Как-то так, друзья. Так что смотрите, приложение простое. Устанавливайте, бесплатно все. И пользуйтесь просто. Приходит вам рекламное предложение, да, вы уже... Нравится оно вам, открывается. Да, не нравится, закрывается. Вот и все. Так что, друзья, пользуйтесь аукционом. Интересная функция достаточно. Вот. Как-то так, друзья. Смотрим. Выбираем себе партнеров. И увеличиваем свою команду. Всем хорошего дня, друзья. Пока-пока.